знаете, мне ни в коем случае нельзя влюбляться. Но, похоже, в фирму Дади я влюбился всерьез и надолго. Ну и сами подумайте, глубокая осень. Что еще может быть приятно на фоне золотистой листвы, как не черный металлик джип? Удовольствие от автомобиля можно получить несколькими способами. Купив его и посмотрев автостоп. Похвалим себя, любимых. Мы показываем машины, которые есть в Магнитогорске, а не всякую недоступную вкуснятку. А за 5 лет эфира наша коллекция реально протестированных тачек имеет очень мало аналогов в России вообще. Но каждая новая машина для нас – это новое удовольствие. Джип Дади этим октябрьским вечером доставил нам очередную порцию. Вот таким галопом по легкому бездорожью. Глядя на это и снимая это, и даже не задумываешься, что он развалится. Потому как, не пожалев джинсы и куртку, залез, пощупал всю ходовую. О, многоточительно надежно. Еще больше офигел, когда рванул с места в дрифте. Уделал нахальную девятку и легко достиг неджиповских 150 км в час. Как вам такой китаец? Ну вот настоящие телевизионные программы, как и настоящие мужики, не могут отказать себе удовольствие прокатиться в условиях вечерних. На чем? На джипе. Потому что этого джипа все фиолетово. И даже фиолетово ночная атмосфера, потому что, вот, допустим, камера имеет ночную подсветку. Вот сейчас я вижу, что творится сзади. Пожалуйста. Вот он доказательство того, насколько эргономично продуманы китайские джипы. Вы подумайте, если это что-то или что-то подобное в чем-то подобном японском. Ну, сейчас, наверное, есть. А вот, допустим, в европейском ничего подобного вы не увидите. Что мне понравилось? А мне понравилось, знаете, когда не прыгает. Настоящий боевой мужичок, знаете ли. И вы обратите внимание, никаких проблем. То есть ни разу во все эти прыжки, а ехали мы на скорости 60 км в час по бездорожью, никаких проблем. Мы вышли, подвеску посмотрели, все окей. Как вам? Китаец. Все эти его внедорожные способности, я имею в виду Дади Сити Лидинг, я и так в него верю. А вот то, что я точно верю, это вот очень-очень хорошая печка, что на Южном Урале немаловажно. Да-да, официальный дилер фирмы Баудин Дади в Магнитогорске, салон «Серебряный саквояж», на днях стал дилером еще одной крупной автомобильной фирмы из Поднебесной. Хотите увидеть, как выглядят автомобили «Хоккей»? Смотрите автостоп и увидите. А вот по каким признакам я лично определяю качество сборки и качество отношения к автомобилю со стороны тех, кто его производит. Кстати, к качеству были небольшие совсем претензии у тех, кто видел этот автомобиль воочию. Но попытаюсь опровергнуть. Смотрите сами. Вот так закрывается дверь в китайском джипе. По-моему, достойно Мерседеса. А теперь подойдем к тому месту, где хранится здоровье автомобиля. То есть капоту. Как открывается сам капот? А вот так он открывается, автоматически. То есть вам ничего подставлять здесь не нужно. Ну и теперь о самом двигателе. Кто-то скажет, что по джиповским меркам, да и с таким подкапотным пространством движок маловат. А мы вам еще раз повторим, что двигатель тут не зависит все от объема. Кое-что зависит и от экономичности, и от тяговитости движка.